Всем привет! Ну, открываем посылку. Давайте не будем разглагольствовать. Посмотрим, что там пришло. Мне самому интересно. Написано, что это платье. Но тут коробка. Может быть, сейчас жена продолжит, конечно. Если там реально платье. Нет, это не платье. Это прикольная штука. Так, что у нас там? В пакетике больше ничего нету. Кто бывает на Али, уже, наверное, видел такую штучку. Это самолетик, который делается из бумаги. Вот. И к нему приделывается моторчик. Вот он. Вот он моторчик. И аккумулятор. Так. Так, так, так. Это у нас зарядка. А у нас там, видимо, туда батареечки вставляются. Так, что-то оторвал. Видимо, лишний был раз оторвал, правильно? Так, что за отвертка? Отвертка, наверное, поможет нам вскрыть, посмотреть, что здесь в коробочке. Как-то твердо крутится. Отвертка, конечно, вообще ни о чем. Интересно, почему китаец назвал это платьем? Так, сюда у нас вставляются три батарейки. Сейчас где-то у меня были три батарейки. Три аккумулятора, то есть у меня было. Вставляем. Раз. Два. Три. Так, что-то там выскакивает. Так, так, так. И, наверное, мы вставляем это все вот сюда. Да, вот смотрите. Моторчик заработал. И отпускаем самолетик, и он летит. Не прекращает. Интересно, насколько его хватит. О, он улетает. Так, посмотрим. Тут должна быть схема самого самолетика. Вот две схемки. Красненькая, беленькая. Так, он уже все, уже на исходе самолетик. Моторчик, вернее. Так, посмотрим. Так, так, так. Так, так, так. Вот такая схема. Надо, наверное, понять. А, даже инструкция есть, как складывать. Ну, простой самолетик. В общем, делаем простой самолетик. Ставим туда этот моторчик. И вперед. Так, так, так. Сейчас мы сложим. Что-то у меня какой-то наипростейший самолетик получился. Я думаю, там какой-то не такой должен быть у них. Ну ладно. Давайте сделаем такой. Только как его зажать тогда? Нет. Делаем как по старинке. Посмотрим, как он должен крепиться. Самолетик из детства. Так, и с этой стороны. Вот так. Вот такой недосамолетик получился. Теперь по инструкции ставим эту штуку. Эта штука ставится вот так вот. А, ну как раз по длине. Вот. И как видите, моторчик сзади.
не попал. И держит аккумулятор, держит сам самолетик в сборе. Вот здесь такие зажимчики. Вот. И получается, как мы вставляем сюда зарядное устройство, и он подзаряжает аккумулятор. А, здесь даже не аккумулятор, здесь конденсатор. Вот, и он держит какое-то время заряд небольшой. Чем дольше держим, тем больше он разгоняется. И по идее самолетик, вот он, не знаю, пальчик поранил. В общем, должен лететь. Это надо выходить на улицу и тестировать. Я думаю, как-нибудь запустим. Сейчас холодно. Так что попозже запустим обязательно. Всем спасибо. Кому понравилось, покупайте для детей. Я думаю, очень хорошее развлечение. Правда, не в квартире. Наверное, квартира пошибает все, что можно. Дешево, забавно, интересно. Всем спасибо и до скорых встреч.